Как же классно смотрится белый цвет на ручках в лето. Чтобы он хорошо просох, лучше наносить его в два тонких слоя. Перед вторым слоем аккуратно приподнимаем кутикулу апельсиновой палочкой. Кисть кладем параллельно ногтевой пластине. И едва касаясь, смахиваем материал к торцу. Тонкой кистью максимально подводим материал к кутикуле. Главное не спешить с белым цветом, потому что если он попадает на кожу, то он сильно въедается в нее. И даже если попытаться его убрать обезжиривателем, все равно останется белое пятно, и от этого ваш конечный результат будет не таким, как ожидалось. В качестве дизайна сделаем нежные текстуры. Скомбинировала этот небесно-голубой цвет с белым от торговой марки Mousse. И тонкой кистью нанесла материал по непросушенной базе. Апельсиновой палочкой добавила немного серебряной фольги. И мне показалось, что здесь еще не хватает небольшого контраста. Просушила и черной гель-краской нарисовала небольшие прожилки. Перекрыла наш нежный маникюр глянцевым топом без липкого слоя. Как вам, девчонки, этот дизайн в сочетании с длиной и формой ногтей?